Итак, друзья, сегодня мы будем готовить себя к долгой и здоровой жизни. Для этого возьмем несколько популярных рецептов. Каждый день принимаем побольше витаминов, выпиваем 2-3 литра чистой воды, а также целый стакан оливкового масла, чтобы чистить печень. Ну и побольше сахара, потому что ведь он так полезен для мозга. Всяческие противовирусные препараты. Все это хорошенько, хорошенько перемешиваем и смело отправляем в помойку. Потому что все это абсолютно бесполезно. Какие лекарства работают, а какие не работают, вы узнаете из программы Health Kitchen. Health Kitchen. Первая программа о здоровье, которую смотрят даже те, у кого ничего не болит. Смотрите в понедельник, в среду и в пятницу в 12:50. Партнер проекта – многопрофильная клиника «Союз». Мы объединили лучшее в медицине –